Всем привет! Привет, а нас слышно? Да, слышно. Что ты думаешь? У нас сегодня покажи праздник. Юрчик, прическу, покажи. О, Юрчик, покажи свою прическу. Юрчик, постригся сегодня. У нас сегодня праздник. Ну я тебе удам, я просто жди меня. Мы купаем. Юшку, Юшку, рыбный Юшку. Рыбный бульон, я так называю. Юшка называется. Давно не выходим, я же хочу согласиться, Юра. Я же в этом ничего не показываю в Ютубе. Говорю, Юре, может закинем, что я вот это зарядки выполняю, стараюсь. Девочки со мной в Инстаграме. Нет, кто следит Инстаграм, то и знает. Но не все, кто в Ютубе. Кто в Ютубе, кто видит, что я там ежедневную зарядку запустила. Может, Ютуб тоже хочет ко мне посадить. Ну, короче, сделаем. Таня просит меня объединить все кусочки и сделать эти все кусочки. Конечно, очень в видео. Много советников, именно девочек моих, которые мне выставляют зарядки, там бывают. И мне надо попу ниже, там ниже. Одна там мой вакуум раскритиковала, извините, но вы начните родить, а потом начните пробовать. Ты говори так, это моя корова, и я ее даю. Не, ну, во-первых, правда, что родите советники, и сразу начните что-то делать и заниматься, когда у вас уже ребенок на руках. И я тоже потом покритикую. Вообще, нет, я не критикую, потому что я человек добрый и уважаю любые начинания людей. Это не то, что сидеть на диване. Вот так. Да. Ну, хорошо да, сказала. Да, красиво. Раунд. Кум Павло, покажись. Сами Кум Павло. Кум Павло, ну хоть. Сегодня Павло приехал. Перший раз был в столице. Хочу перший раз, он был в столице с нами. Ні, це ж він поїхав на роботу, приїхав з роботи. Зарплата там 15 тисяч говорить. Короче, чули, у нас сьогодні праздник, у нас сьогодні день села. Все, цей рік більше зібралось людей, чим прошлого року. Веселіше. Зробили таку прикольну фотозону. Ми там і не сфоткалися. Якщо її не розвалять бабульки, бо вони там пішли сидіти. Сидіти, не поняли. Вони думають, що це просто лавочка для віддиха. То ми її, ну, ми, я її зніму, покажу. А так прикольно, роздають. Хочу показати. Павло з Юрчиком хлібають юшку. Хлібають юшки. Юрчика нова прическа. А так людей собралось нормально. Роздають кашу. А я вам пожаловалась. Зачем? Просто. Роздають кашу. Роздають кашу, роздають юшку. Каша прикольна, Юрчик уже вбив миску. Безпроигрышная лотерея. Да. Выиграли мед, полотенце. Великий цей сюрприз, Таня. О, нам подарили молодій парі. Ні, не молодій парі. Коротше, родився ж Артурчик. Артуру подарили. Так, да, Артуру подарили памперси. Ні, коробку конфет. І покажи цей. Шарик. 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 Тільки не красний шарик. Коротше, що, а мені подарили... Мені як депутату сільської ради, да, від Майданівки подарили що? Альбом. Для фотографії. Треба швидше фотографії печатати. Кстати, ребята, хто печатає фото, може ви якісь перевірені сайти нам скиніть, де хороше качество і хороша ціна. Ну, 10 на 15, стандартний розмір. Спасибо, Артем. Юра сказав, що я щось розказала. Ви думаєте, що я вам говорю, то мені завжди є з ким поговорити. У нас буває таке, натхнення. Короче, полетіло і вилажуємо Ютуб там на тиждень два відео, три відео. Буває таке, короче, на місяць три. О, все, короче, Артурчик розплакався, все, кончився наш праздник.